канун большого мусульманского праздника в Центральной соборной мечети Саранска прошли конкурсы чтецов Корана и исполнителей азана. Азан – это символ религии, благородный призыв на молитву, который собирает мусульман вместе. Подобный конкурс проходит уже более 10 лет. В некоторых семьях участвуют уже несколько поколений. Я первый раз участвовала в конкурсе азана, когда мне было 5 лет, как моему брату Исмаилу. Я очень рад за него. Он сегодня первый раз участвовал в конкурсе. Азан мне учил мой отец. И старший брат ему помогал. Победители конкурса по традиции получают право провозглашать азан в мечетях Мордовии, которых на сегодняшний день более 50. Для чтецов Корана есть свои критерии, которые устанавливает компетентное жюри. Участники сегодняшнего конкурса оценивались по следующим критериям. Самое основное – это правильность чтения, что и называется таджвидом. Второе, то, что учитывалось, это красивое чтение. И третье – это правильность запоминания Корана. Номинации различаются как по возрасту, так и по количеству заученных сур. Главное для организаторов – это привлечь больше участников. А для конкурсантов – не останавливаться на достигнутом. Я участвую в конкурсе Корана третий год. В прошлый раз я участвовал на 15 сур. А в прошлый год я один джуз. А в этот раз я выучил 2 джуза. Подобные конкурсы – настоящий праздник для верующих. Ведь сам Всевышний Аллах призывает соревноваться мусульманам в благих делах. Марат Салимов, Сергей Жуков. Специально для Нур ТВ.